Мы видим, что на протяжении длительного времени нас пытаются постоянно провоцировать. То дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли. И санкции те же самые, они тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Но мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей стороны.